Орловых Николай Петрович и Раиса Александровна. Гафур Мансурович родился в Прокопьевске. В 24 года познакомился со своей будущей женой, с которой жили по соседству, и через год, 7 июня, в 1966 году сыграли свадьбу. Семье Вороновских Петру Николаевичу и Вере Петровне. Огромное спасибо за то, что вы показываете пример нашим прокопчанам, пример нашим молодым, что семья на сегодняшний день, на самом деле, это самое основное, самое ценное и самое главное для любого из нас. Ты остановишься.